центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы заработал новый рентген-кабинет. Современное оборудование поступило в медучреждение по госпрограмме здравоохранения Подмосковья. Подробнее о его возможностях в нашем следующем сюжете. Цифровой рентген-аппарат нового поколения. В отличие от своего предшественника, не нуждается в проявочной машине и дает более четкое информативное изображение. Еще один самый главный плюс этого оборудования – минимальная доза облучения. Был капитально отремонтирован кабинет рентгенологический. Менялись все инженерные сети, оконные рамы. Капитально выравнивались стены, замена дверей на рентгензащитные. Новая высокотехнологичная техника позволит точнее определять патологии костей, суставов и внутренних органов. От точности поставленных диагнозов зависит успех лечения пациентов. Задача, чтобы житель не выезжал из района. Более того, вот мы проговорили с врачами. Сегодня как бы есть такое как бы некое обязательство, что человек, который осматривает и дает консультацию врач, должно быть подтверждение второго врача. Как правило, это моники, особенно если серьезные случаи. При необходимости могут отправить и к третьему врачу. Что немаловажно, рентгеновское оборудование отечественного производства. Кроме центральной поликлиники, подобные кабинеты появились также в 11-й и 6-й. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.